Приветствую всех любителей металлодетекции. Сейчас мы с вами познакомимся с металлоискателем от австралийского производителя Minelab моделью XTERRA 705. Металлоискатель, как я сказал, от австралийского производителя, но собран он в Малайзии. Итак, в комплект поставки металлоискателя входит гарантийное обязательство, инструкция на русском языке, достаточно подробная, иллюстративная и информативная. Металлоискатель представлен в разобранном виде, нижней штангой, средней штангой и верхней штангой, на которой закреплена рукоятка. Также в комплект поставки включен подлокотник в разобранном виде, состоящий из двух частей. Блок управления в специальной упаковке. В небольшом пакетике расположен хомутик. Два маленьких хомутика для крепления провода катушки к штанге, болт для крепления подлокотника, а также комплект из прокладок и пластикового болта с гайкой для крепления катушки. И непосредственно сама катушка, на которой уже в стандартной комплектации, и это приятно, установлена защита. Вот такие комплектующие входят в пакет поставки металлоискателя Minelab XTERRA 705. И дальше мы соберем этот металлоискатель, разберем его, познакомимся с техническими характеристиками и испытаем его по воздуху на различные цели для того, чтобы можно было составить небольшую картинку о том, какие цели для этого металлоискателя будут предпочтительнее.